Всем привет! Это наше второе видео об усилителях Урал серии Молот. В данном видео мы проведем замеры мощности усилителей, а также продемонстрируем работу системы защиты. Замеры мы проведем в Урал-депо на специальном стенде гравицапа для замеров усилителей. В этом нам поможет наш технический директор Олег Лапшин. Настя, давай подробнее расскажем нашим подписчикам о стенде гравицапа. А давай! Стенд состоит из эквивалента нагрузки усилителей, включающего в себя 16 резисторов сопротивлением по 4 Ома мощностью 2 кВт каждый, 9 регулируемыми подключаемыми параллельно блоками питания с максимальным током каждого 90 ампер, литий-титанатной батареей аккумулятора емкостью 90 ампер-часов, 2 комплекта профессионального измерительного оборудования SPL Lab. Стенд гравицапа обеспечивает суммарную мощность нагрузки 32 кВт и позволяет проводить измерения мощных усилителей с числом каналов от 1 до 16. Усилители серии Молот оснащены полноценными терминалами компрессионного типа, позволяющими подключать неразделанный медный или алюминиевый кабель с сечением не менее 4 гейдж для подачи питания и 8 гейдж для подключения акустических систем. Это является одним из отличий усилителей серии Молот от конкурентов, для подключения которых акустические силовые кабели потребуется оснастить обжимными клеммами. А теперь перейдем... А теперь перейдем к измерениям, да, Олег? И начнем мы с двухканального усилителя МТ-2.60. Усилители 2.60, замеры в 4 Ома. Мощность 60 Вт, сигнал без искажений. Усилитель 4.60, замер в 4 Ома. Мощность более 60 Вт, сигнал без искажений. Моноблок усилитель 1.500. Замер в 4 Ома. Мощность 230 Вт. Сигнал без искажений. Замер в 2 Ома. 360 Вт. Сигнал без искажений. Замер в 1 Ом. Мощность более 500 Вт. Сигнал без искажений. Перейдем к демонстрации системы защиты усилителей серии Молот. Настя, пожалуйста, выбери усилитель, на котором мы продемонстрируем систему защиты. Протестируем моноблок. Проверим работу системы защиты аккумулятора от чрезмерного разряда. Защита сработала при понижении питания ниже 9 Вольт. Аккумулятор защищен. Проверим защиту усилителя от превышения напряжения питания. Защита сработала при повышении питания свыше 16,5 вольт. Усилитель защищен. Проверим защиту усилителя от короткого замыкания. Замыкаем плюс и минус на выходе. Усилитель в защите. Перезапускаем. Усилитель вышел из защиты и работает. Проверим защиту от перегрева. В ходе демонстрации была подтверждена работа функции защиты по пониженному и повышенному напряжению, защиты от короткого замыкания и перегрева усилителя. Система защиты усилителей серии Молот является гарантом их надежной работы. Полученные результаты измерений показывают реальную мощность усилителей. Стабильная работа системы защиты подтверждает высокую надежность усилителей Урал серии Молот. Двух- и четырехканальные усилители, в зависимости от схемы подключения, могут использоваться с такими акустическими системами, как Classic, AK, Молот, ТТ, Булава и аналогичных им. Сабвуферный усилитель с сериями Молот и ТТ.
По результатам конкурса, объявленного в предыдущем видео, приз за лучшее предложение о расширении модельного ряда серии Молот получает пользователь Fox Audio, предложивший расширить серию Молот недорогими твиттерами, магнитолой и виброизоляцией. Мы обязательно возьмем в работу ваше предложение. Оставляйте комментарии о том, как в ваших системах подключены усилители АБ-класса. Владелец комментария, набравший самое большое количество лайков, получит моновок Урал Молот МТ1.500.